находимся на концерте непризнанного гения Юрия Каплана, более известного как солист группы Валентин Стрыкало. Билеты на этот концерт были распроданы задолго до его начала. Ну что ж, узнаем, в чем причина такой бешеной популярности? Горит твое фото, горит все, что ты мне дарил, я не буду скучать. Юрий Геннадьевич, как ваше настроение перед предстоящим концертом? Светлана Анатольевна, знаете, бодрое, с самого утра в душ сходил и поел. После таких событий настроение не может быть плохим. Вчера вы в Питере отыграли, правильно? Как прошло? Ну, нормально. Ну, не, нормально прошло. Нормально. Просто всякое бывает. Ну, мы отработали вроде хорошо, все песни спели честно. Сыграли ровно. Московским зрителям что от вас сегодня ожидать? Что будете исполнять там из первого, из второго, что-то совершенно неизведанное? Все то же старое дерьмо. Нового дерьма еще не придумал. Почему? А в интернете есть слух, такой слушочек прошел, что вы третий альбом собираетесь писать. Как же с материалом? Нет. Как только накопится новое дерьмо, мы его запишем, но пока что нового дерьма нет ни капельки. Нет планов. Мы ничего не планируем. Не знаем вообще, что делать. Ну так живем. Друзья, это был Юрий Каплан для Мускуба. Был Юрий Геннадьевич специально для Мускуба. Будьте здоровы. А Мускуб? Бля, было бы круто, если бы Мускуб был. Нет. Ну ладно, наверное.